день? И какие основные вопросы вообще затрагиваются в этом проекте? Какие основные вопросы интересуют каждого человека, всех буквально без исключений на планете Земля? Первый вопрос. А вообще, какова идея создания проекта? С целью чего его вообще создали? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, гарантия и стабильность для моего тела. Для меня это принципиально важно. Почему? Потому что если я затрачиваю свою энергию куда-то, чтобы завтра никто в меня не тыкнул пальцем, и чтобы завтра не сказали, да, люди говорят, ага, непонятно, куда ты вел и так далее, чтобы не потерять свое имя, принципиально важно. Почему? Еще очень важный фактор. Кто-то гиперактивный, а кто-то менее активный. Я могу с точностью сказать, что в этом проекте пассивных не бывает. Знаете почему? Потому что проект соответствует всем требованиям для каждого человека. Когда создавали проект и создавала проект компания, компания называется OnMark Limit Ltd. и официально зарегистрирована в январе в 2012 году. В компанию ходят юристы, программисты, маркетологи. Есть человек, даже зовут его Имин, который делает сурдопереводы. Очень-очень при всей вот этой вот простоте, которую вы видите, очень сложная система. Очень сложная система, и проект готовили год. Так вот, не просто входят программисты в эту компанию, а входят маркетологи и инвесторы. Люди, которые инвесторы, категория людей здесь, которые торгуют агентство недвижимости по всему миру. Вот этот проект они создавали больше года. Идея этого проекта была взята с земли. То есть такого еще действительно никогда не было. Решили всех людей сделать в интернет-проекте участниками бонусной программы. Кто в жизни у нас участник бонусной программы? Скажите, пожалуйста. Да все люди на планете Земля. Все люди, которые входят в магазины и рассчитываются картами. Помните, да, наша карта? Вот у меня уже, ребята, вот каждый раз говорю 28 или 30 карт. В любом магазине у меня есть или накопительная система, бонусы, да, или скидочная система, пока до 25%, как бы максимум. Лично у меня карты. То есть мы все грамотные люди, даже идем в продуктовый магазин, там Перекресток, Убило, да, крупные магазины. Там же помимо продуктов тоже есть какие-то товары. На карту приходите рассчитываться, вам говорит, наклеечки собираете? Естественно, я, например, собираю. Почему? Ну, может, ножи или подушки, одеяло 70%, допустим, 30% скидки. То есть все мы являемся на Земле участниками бонусной программы. А теперь представьте, взяли эту идею и перенесли в интернет-проект. Круто? Круто. Между прочим, ребята милые, по российскому законодательству с 19 апреля 2012 году любой товар, обратите внимание, ведь не просто в магазинах, вся система сейчас бонусная. Кто задумывался из вас? Любой товар, который вы приобретаете за бонусы, или частично, или 100%, налогом это не облагается. Я больше чем уверена, вы знаете, через какой-то период будут и недвижимость по бонусной программе. Я не знаю, что это придумают, хотя мысли такие у людей уже есть. То есть никто не спросит, как у физического лица, происхождение ваших денег, заплати, говорит, 13% и спи спокойно. Так вот, представьте, бояться больше не надо. Так как мы все участники бонусной программы в интернет-проекте, значит, в этом проекте есть и товар, есть и услуга. Но никогда человек в жизни не купит тот товар и не будет пользоваться той услугой без той, без чего он может обойтись. Согласны со мной? Конечно. Поэтому я бы разделила этот проект на две части. Первая часть. В этом проекте есть три вида дохода. То есть финансовая возможность для каждого человека. Ребята, поверьте мне, не только для сетевиков, для каждого. И я вам сейчас докажу, будут все люди, все, даже те, которые не являются никогда сетевиками. То есть сделали три вида дохода: ежедневную программу, накопительную программу и линейка. Линейка рассчитана для эксклюзивных продуктов, кто привык. Для тех людей, которые являются и не являются
сетевиками, то есть те, которые никогда не будут работать в сети, но для тех людей, причем для бедных, для гипербогатых, для мультимиллионеров третий вид дохода рассчитан. И я вам чуть позже скажу об этом. Второй вид дохода – это накопительная программа, ребята. Второй вид дохода – это накопительная программа. Любую сумму, а в частности 4 с чем-то миллиона, прям озвучиваю цифрами, 1 900 000 можно получать один раз в 48 дней, один раз в 72 дня, один раз в 90 дней, 120 и 150 дней, пока до 2026 года, обосную каждое слово. Ну и первый вид дохода – это ежедневный. Нет ни одного человека, имея деньги ежемесячно, нет ни одного человека, который бы сказал: «Я не хочу получать ежедневные деньги на хлеб, на молочко, милые». Если у человека есть тело, и этому телу нужна стабильность, и это тело нужно кормить, содержать. То есть на хлеб, на молочко деньги нужны каждый божий день. Так вот, это первая часть. А вторая часть, так как мы участники бонусной программы, есть у нас товар, есть услуга. Мы автоматически имеем на них 20-30%, и никто с вами не будем товар-услугу брать за деньги, а будем менять на бонусы, которые компания каждому партнеру дает в подарок, абсолютно каждому. Деньги отдельно, ребят, зачем нам зарабатывать для того, чтобы что-то приобретать себе товар, да? Обойдетесь без крема хорошего за 5000 рублей. Купите крем, например, Johnson's Baby за 160 рублей, нормально, и ничего для новорожденных грудничков, и хорошо помогает, правильно? Правильно. Итак, я показываю сейчас один из кабинетов своих в накопительной программе, ибо именно в накопительной программе каждому партнеру даются бонусы. Бонусы выглядят вот так вот в виде звездочек. Ну как-то ж надо обозначить, мы же все визуалы люди. Дальше. Если в накопительной программе, я вам буду сегодня расчеты давать, если в накопительной программе не более 2 мест, я научу каждого человека, как с 2 мест делать 22. Не берите много, не тратьте свои деньги, приучайтесь с копеечек делать себе состояние, так как это сделали сотни тысяч наших партнеров. Какое количество партнеров сделали себе деньги, я вам покажу. Я покажу сегодня несколько примеров, собственных примеров, и на те вещи, которые цифры я сегодня буду озвучивать, есть вот такие скрины, карандашики, где мы делаем скрины и непосредственно отправляем в чаты. Все доходы всегда видят. Никогда в нашем проекте человек не говорит секрет фирмы. Не считайте, говорит, мои деньги. А знаете, почему все заработают? Потому что единая стратегия и математические расчеты. И покажу вам вещи, как можно не попасться на крючок и никогда больше не терять ваших денег. И как можно с копеек заработать за короткий период, за несколько дней, недель, те деньги, которые вам именно необходимы. Итак, смотрите. Если мы участники бонусной программы, и, например, у вас 2 кабинета в накопительной программе, то, к чему я говорю, бонусы между собой суммируются. Не регистрируйте пап, мам, детишек, внучек. Лучше материально поможете. Лучше денежку дадите. Почему? Потому что если в накопительной программе у вас ваши кабинеты на ваше имя и фамилия, то между собой бонусы эти суммируются. Если фамилии одинаковые, имена разные, бонусы не суммируются. Так, не трогая ваши деньги, пусть хоть 100 лет они у меня лежат, эти деньги, на что вы можете поменять вот эти звездочки? 18 турфирм. Ребят, скажите мне, пожалуйста, да, вот где можно за 27 звезд вообще слетать в Китай? Нигде. Где можно за 41 тысячу смотаться в Таиланд? Нигде. Где можно для молодежи от 55 лет 2-местный номер в пансион в Крым слетать? Нигде, ребята. То есть мы уже здесь имеем 30% скидку, чтобы знали. Пока договорились, когда мы начинали с нуля этот проект, да, но это было еще только дописывали, всего лишь было вот две турфирмы. Дальше. Проект, забегая наперед, очень долгосрочный, и он будет работать, пока договор в нем подписан, до 2026 года. Это редко встречается для того, чтобы вам обозначивали конкретно года. То есть можно выдохнуть, можно поболеть, побалдеть, все что угодно. Вы в любую минуту вернетесь, и ваши аккаунты, места никуда не денутся. Абсолютно. Объясню почему. Итак,
Бонусы можете обмен сделать, пожалуйста, на автомобиль Lexus. Видите, цена с учетом старбонуса, но мало ли кто бредит этим. Дальше. Айфоны, айпады. А вы знаете, вот помните, поначалу есть у нас партнеры, которые уже работают тоже как бы второй год. И не переживайте, что второй год работает. Здесь слов этих вот «бегом», «быстрее», «предоткрытие» – это чисто такое, это чисто фиктивно и это чисто психологическое влияние. «Бегом» и «быстро» быть никогда не может. Все обосную, каждое слово. Итак, вот у нас есть такие партнеры, те, которые, одну, знаете, частный дом, газонокосилка сломалась, а у другой, значит, у нее же, у Светланы Кудрявцева, принтер поломался. Так вот, делают люди скрины, ей не нужна была эта техника, слово «техника», да? Что она написала в компанию, насобирала бонусы, и вот эти бонусы обменяла на газонокосилку, представляете, все проплачивается, и обменяла на принтер. И система очень уникально работает. Допустим, мне тоже вот эти вот айпады, айфоны, ну я не, их как бы не любитель этого всего, да? Там, Apple, как бы, ну я не очень это люблю. У каждого свое. Если кто-то не любит, пожалуйста, заказывайте, знаете, насобирайте автомобиль. Дальше. На что бонусы можете менять? Менять недвижимость в Таиланде. А вдруг кто-нибудь из вас захочет бунгало в Таиланде. Кстати говоря, есть у нас очень много партнеров, которые живут именно в Таиланде. Люди духовными практиками, люди работают. То есть, знаете, как в том анекдоте говорит, спрашивают, может ли кухарка управлять миром? Да, может, если ей дать компьютер. Ребята, неважно, где вы будете жить. Главное, чтобы было за что жить и как жить. Поэтому на недвижимость. Дальше. Когда вы стали участниками бонусной программы, компания предоставляет свои услуги. То есть сделать для вас лендинг или сайт-страницу для удобства работы. А вот теперь обратите внимание, кто над этим задумывается. Вот делает она со всеми вашими фотографиями, одноклассниками, фейсбуками, контактами. Кто из вас задумывается, для чего вообще этот лендинг? Вы думаете только пиарить тот проект, в котором ты находишься? Нет, конечно. Услуга эта стоит всего лишь 349 рублей. Приучайтесь деньги, никогда в жизни не тратите с кармана. Кто захочет, научим, как это делается. Заработанных ежедневных денег 349 рублей единожды заплатите. Подготовьте, пожалуйста, допустим, Facebook или контакты, страничку. Помимо проектов, ребята, мы же все являемся творческой личностью. У нас есть в нашем проекте, допустим, взять Ростов, да, Инна. Экологически чистая продукция. Коровы, буренки, козлятки, курочки, все что угодно. Молоко домашнее, он всех отправляет здесь в Ростов. Это что-то. Творожок домашний, яички домашние. Мясо, то есть фермеры. Где можно узнать об этом человеке? Или ты модельер, или ты художник? Ребята, сделайте себе страницу. Сделайте страницу и заявите о себе. Дальше у нас очень у партнеров, вот посмотрите, вот они, чаты, да, чаты. У нас очень много чатов, где вы можете о себе заявить. То есть что мы пишем обычно? Поставьте, пожалуйста, пролайкайте, лайки поставьте. Человек нажимает и смотрит, ага, ничего себе, да он какой-нибудь там Никола Тесла, или он там какой-нибудь там чародей, или какой-нибудь там шьет. У нас он Наталья Пименова, да? Модельер. Шьет это бесподобно. Я же говорю, Зайцев отдыхает. Опять-таки, я не пиарю никого. Но об этом можно почитать на ее странице. Посмотреть коллекционные ее работы. Помимо проекта, мы все творческая личность. Ребята, задумайтесь. Дальше. А в этот проект были приглашены правоведы. Древнейшее слово, люди, которые ведают право. Мы же привыкли, ребята, с вами, да? Юристы. Ну, я все прекрасно понимаю. Каждая профессия, она уникальна по-своему. Но правоведы имеют стаж от 10 до 12 лет. Это те люди, которые ведают правом. И они конкретно только для партнеров LX Life Company делают уже с 20% скидкой услугу за 30 тысяч рублей. То есть для тех людей, у кого пятая точка, кто попал туда, кто находится в кредитной кабале. Предоставляют такой вот пакет. Досудебная переписка, судебный пакет, судебные приставы. Да, может быть и дорого, 30 тысяч для кого-то. Человек говорит, у меня как у лотоша, кое-что до душа. Не переживайте. И это продумано. А у нашего проекта, вы знаете, что даже вот эти правоведы, одна из них и Светлана Амосова, которая является нашим партнером, люди,
люди выиграли такие дела, я вам даже по секрету всему свету скажу. За квартиру, за коммунальную, так, сейчас, за квартиру не знаю, за свет, за газ не платят, потому что мы законов не знаем. Вы посмотрите, час и 22 минуты идет, да? Так, Шона у меня тут немножко заела. Я не буду сейчас показывать, час и 22 минуты. Вы такие таинства узнаете. Так вот, если это кому-то много, вот правоведов есть уже у наших более 1000 человек, 2 чата, которые люди выставляли, просили помощи. Что же делать? Лишаемся недвижимости. 2 800 000. 3,5 миллиона. Люди выиграли дела. Поэтому сбросились, например, заработали денежки с ежедневной программы, так? И по 1000, допустим, 10, 20, 30 человек равными частями одному партнеру сбросились деньги. Тот заказал пакет и разделил между всеми участниками. Вон, и все. Вам, в принципе, эта услуга, ребята милые, по 1000 рублей обходится. То же самое тема затрагивается ЖКХ. Профессиональная школа, я покажу, где наши такие же. Мы все такие же, как и вы. Мы ничем не отличаемся. Есть просто, есть теория по жизни, а есть практика по жизни. И вот люди, которые практикой, которые получают большие деньги, они делятся своим опытом, не более того, милые, чтобы это правильно понимали. То есть это не со сцены вещать, да, психологические тренинги, давай. Не, ребята, здесь показываем деньги, как практики. Деньги зарабатываются, знаете, всегда интеллектуально и только головой. И большие деньги зарабатываются очень легко, а маленькие очень сложно. Поэтому есть вот такая услуга. И теперь, что еще? На бонусы можно, ребята, можно новый продукт, который нам, ну, немножечко стоило попотеть для того, чтобы альфа-нектар. На сегодняшний день уникальная разработка наших ученых, которые с этой разработкой, ребята, сейчас клиентами являются практически весь мир. Начиная от Израиля, Польши, начиная от Испании, Германия. Германия стоит в очереди, чтобы с одним из разработчиков познакомиться, который сейчас находится в Польше. Наше изобретение – это альфа-нектар, мы как называем эликсир молодости. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот так выглядит, видите, вот она. Вот так вот коробочка, где он. Вот коробочка по альфа-нектару. В коробочке 25 вот этих вот бутылочек. Каждая бутылочка содержит по энергетике, давайте я вам скажу. Вот, знаете, все духовные люди, да, все едут куда-нибудь там, в Египет где-нибудь, в пирамиды походить. Вот знаете, в пирамиде Хеопса вся энергетика измеряется, есть такое название «Боби». А в пирамиде Хеопса это одно из самых сильных энергетических мест пока, да, внутри. Внутри. А где 70 тысяч «Боби» по энергетике. 70 тысяч «Боби». У человека, у среднего по энергетике, если ты бодр, сильный, занимаешься спортом, идет не более 8-9 тысяч боли. Угу. Чтобы знали сравнение. Так вот, в одной бутылочке содержится 70 тысяч единиц боли по энергетике. Первый момент. Второй момент, я сейчас расскажу, что это за разработка. Это равносильно можно сравнить так, что в ней по энергетике в бутылочке содержится 5 джуна, которые сейчас, к сожалению, нет живых, да? Джуна, все смотрели про нее передачи по энергетике. 5 джун в 20-миллилитровой бутылочке. А был у нас при КГБ засекреченной лаборатории Балашов. Балашов – это не простой человек, это при Российской Федерации. Это не Российская Федерация, это при СССР еще было. Так человек обладал уникальными свойствами, это еще и физик, и химик, и он... Ему пришло, и неважно, он изобрел формулу и остановил старение клетки. И внедрил эту формулу сюда. То есть человек впервые изобрел формулу, где мог остановить старение клетки и перенести сюда. Дальше. Альфа-нектар мы называем эликсир молодости. Ни грамм нет воды. Видите жидкость? Ни грамм нет ни химии, ни грамм нет ни алкоголя. Недаром где-то под конец зимы президент Казахстана Назарбаев издал государственную программу
ИИТ заплатил 1 200 000 000 тенге на оздоровление нации казахов и заказал полностью альфа-нектар. В государственную программу вошли две программы, подпрограммы. Первая программа – это борьба с туберкулезом. 99,9% людей, которые заболевают туберкулезом, уходят буквально за 2-3 месяца. Дальше. И вторая программа – это мать и ребенок. Не секрет, что сейчас идет с нашей экологией, да, непонятно, что едим, чем пишем, что пьем, вернее, что вообще принимаем вовнутрь, что едим. У нас очень много свободных радикалов, причем они имеют два вида. Да, это и кислородные радикалы, и те, которые, всякое дерьмо, вся грязь, которая находится внутри у нас. Так вот, на сегодняшний день это самый сильный оксидант, антиоксидант, который выводит свободные радикалы из организма. То есть это здесь присутствуют ионы водорода. Никогда в жизни, ни в одном сухом веществе невозможно изобрести, сохранить ионы водорода. Не бывает. Когда вот недавно варшавские ученый мир, причем медики высшей категории на дорогостоящем оборудовании, это Германия и Варшава. Вот недавно я получила позавчера буквально документы, когда одним из разработчиков с Варшавой общалась. Представляете, у них крышу снесло. Они говорят, ничего себе, ведь это то вещество внеземного происхождения. Не бывает таких вещей. То есть, когда ты выпиваешь бутылочку, организм начинает самовосстанавливаться, запускается в процесс, убирается старение клетки, клетка начинает себя воспроизводить, делиться, восстанавливаются нейронные связи между клеточками, задумайтесь, происходит регенерация тканей. И что такое, не просто про энергетику сказала, ведь любое заболевание, да, любое заболевание – это следствие. Все мы прекрасно понимаем, что человеческое тело состоит из более 60 триллионов клеток. И вот представляете, я считаю, как мы сплошная клетка. Да хоть Ротшильд это недавно помер, 101 год. 4 раза менял сердце. Менял. И вот представляете, что да хоть все поменяй, все органы все равно помрешь. Почему? Потому что нет деления, не происходит деление клеток. Потому что нет водорода. А это основа всего живого на планете Земля, повторяюсь. То есть, когда ты выпиваешь бутылочек, идет саморегуляция. И организм это такая умная машина, которая начинает восстанавливаться там, где посчитает нужным. Ну, это наподобие того, как беременная женщина, рожаем, не помираем же. Ребенок же сам знает, так природа устроена, сколько микро-макроэлементов, да, взять с матери. Ну, зубы посыпались у нас, понятно. И так далее. То есть производство было запущено с 2007 года, работает по сей день. К сожалению, Балашова нет в живых, потому что определенная структура его убрала. Сами понимаете, производство вынуждены были перенести в Польшу. Но это российская разработка, и сидит российский ученый в этой же разработке. Продукции нам хватит. Такие заболевания, чтобы вы правильно меня понимали, любой БАД, который сейчас есть на рынке, а об этом сказано не мною, а РАН, Российская Академия Наук, город Москва, возглавляет Леонов. А далее, туда же вхожи Шаповаленко Станислав Александрович, кандидат медико-технологических наук, врач-гинеколог, известнейший в Москве, где еще хирург высшей категории. Ребята, люди непростые. Так вот, ребята сказали такую вещь. Ребята, одному 83 года, Леонову будет, Шаповаленко 73 будет. Сказали такую вещь, Леночка, когда я общалась с ними в Москве. Если найдется такой ученый, который сможет остановить старение клетки еще, если будут ионы водорода, быстренько сюда. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Все заболевания, гепатит, С, цирроз, печени. Кстати, гепатиты, вирусы, у нас же все, каждая клеточка источает электромагнитное поле. Магнетизм, это ж не просто так. Каждая, допустим, вирус, взять гепатит С, да, на состояние идет, у нас же все в герцах измеряется. Все в герцах. Там просто пример один, допустим, легкие 9,22 герца. Представляете, а тут 70 тысяч. Гепатит С, цирроз печени, сердечно-сосудистое заболевание, сахарный диабет второй категории, уже и первое есть тоже, туберкулез, на заболевание почек,
онкологические люди, которые уже с метастазами, люди, которые инвалиды, а отказны от официальной медицины. Ребята, человеческая жизнь, которая стоит от там 30-50 тысяч до 100 тысяч рублей. Клинические, сотни тысяч клинических результатов. Среди них есть наши же партнеры, LuxLife Company. Вот такой уникальный продукт, который у нас есть в нашем проекте. Вот. И третий вид дохода рассчитан именно конкретно. Эта линейка есть на данный момент. Люди получают каждый день, каждую, извините, неделю по третьему виду дохода. И, знаете, не знаю, например, кто заказывает, что заказывает. Надо, вон, иди зарегистрируйся и заказы себе делай, пожалуйста. Созданы чаты. В каждом чате описан каждый город. Кто является у нас оптовик. То есть любой человек может прийти и взять для себя продукт. Заказать через интернет, проплатил кнопочку, да? Вот, пока это вручную делается, потому что программа достаточно непростая, она автоматизирована именно по третьему виду дохода. То есть, представляете, миллионы людей, которые сидят, их, господи, да помоги же ты, есть деньги, как у дурака махорки, но нет здоровья. То есть любую информацию давайте людям. У меня сама сестра 90-го года, те вещи, которые произошли с ней, я не буду сейчас даваться подробности, врачи все в шоке. Кого-то на носилках уже на тот свет выносили, при запущенной болезни, сильнейшей запущенной болезни, моей девочки, моей родной сестры, которой только 27 лет, восстановлены все органы, как у младенца. Пропила 14 вот таких упаковок, врачи поставили на ней крест. Вот такой, в совершенстве, по-женски, кисты рассосались, никакой опухоли нет, печень, как у младенца, поджелудочная, почки, 100%. Да, кстати говоря, люди начинают очень сильно худеть, водно-солевой баланс восстанавливается. Мамочка у меня 50-го года, сейчас похудела вот уже 6 килограмм, пропила всего лишь 3 коробочки, ребята, аппетит снижается, 6 килограмм похудела, вот. Вот как похудела со 2 июня, там пропила 3 коробочки, утром бутылечек, вечером бутылечек. Сестра родная пила по 3 бутылечка в день. Так, реклама закончилась, это не реклама, я просто говорю, третий вид дохода, и вот за эти бонусы можно приобрести себе вот такой товар, вот такую услугу. На этом понятно, да? Сейчас к деньгам будем возвращаться, то есть чтобы прекрасно понимали, деньги отдельно, котлеты отдельно, мухи отдельно. Очень важно. Так, ребята, что мне нравится в этом проекте? Это все классно, мы все участники бонусной программы. Вы знаете, что здесь нет автоматики? Знаете, какие вопросы от меня сбегают не просто инвесторы и трейдеры сбегают? Они, им бесполезно со мной спорить, я скажу. Я никогда никому не давала деньги в управление. Я очень грамотный человек, первое. Второй момент, я спрашиваю вот такие вопросы, чтобы никогда никто не попадался. Первое, что за проект? Какова идея создание этого проекта? Ну, понятно, что мы все идем работать, чтобы заработать деньги. И идем туда, где для себя видим возможность. Это все прекрасно понимаем. Но, ребята, если это деньги ради денег, смешно. Дальше. Итак, какова идея создания этого проекта? Следующий вопрос. На какую платежную систему выводятся ваши заработанные деньги? А потом я ответ дам, какой должен быть правильно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста. Так, финансово, так? Есть ли автоматизация в этом проекте? Автоматика есть? Дальше. За какой период получить, например, за 15 дней? Нет, неправильный вопрос. За какой период я могу получить те деньги, которые мне необходимы? Вот мне необходимо 100 тысяч рублей. Могу ли я получить за 15 дней? Но самый такой вопрос, самый актуальный, самый правильный. Что я для этого должна или должен сделать, чтобы за 15 дней получить 100 тысяч рублей? Ребята, это копейки. Я вам покажу сегодня, что вы должны сделать. Маленькое условие. Причем проект «Трансформер» подходит под всех людей, ноющих, неверующих, любой ноющий. И неверующий – это незнание какой-либо нибудь информации. Поэтому любые деньги, большие в частности, зарабатываются только интеллектуально и высчитываются путем математики, которую я вам сегодня покажу. 2 плюс 2 будет 4, да? Но никак не 5. Угу. Каждое слово должно быть обосновано. Дальше. Теперь слушаем такой момент.
ответ получаем. Итак, первый вопрос. Какова идея создания проекта? То есть должна быть идея, с целью чего вообще создаются проекты. Дальше. Есть ли автоматизация в системе? Что такое автоматизация? Ребята, никогда в жизни, запомните, пожалуйста, ни в одном проекте. Если есть админы, автоматические реинвесты, переливы и обгоны, автоматически никогда в жизни не заработаете деньги. Почему? При автоматике 20-30% ваших денег забирается людьми, кто создан. Ребят, админ, да он может быть из самый супер золотой, красавчик. Программист просто с потрясающими мозгами, но он человек. Крыша съедет от больших миллионов. И этот все, весь проект находится только лишь или на накопителе, или на флешке, который носится у себя в штанах. Я знаю этих людей. Кто бы что ни говорили, я не играю в такие идеи. Что такое автоматический реинвест, ребята? Забрали деньги, что такое автоматический перелив? Здесь переливы есть, но здесь любая система в проекте управляется только лишь вручную, с подтверждением одноразовых кодов, которые приходят на вашу электронную почту. Даже если я знаю ваш пароль и логин в личном кабинете, но не знаю ваш пароль от электронной почты, я никогда не смогу вывести оттуда деньги. Это очень важный момент. То есть никакой автоматизации, не верьте. Следующий момент. Ну и заработала у меня девочка знакомая, 92 тысячи долларов. Сидит бедненько, тык-клык, тык-мык, тык-мык, тык-мык. Этой мышкой. Я говорю, что ты тыкаешь-то? Она говорит, Лена, жду полтора месяца. Что-то там какое-то там будет, что-то там усовершенствуют на сайте. Я говорю, от того и... Говорю, ты представляешь, какая ты, говорю, овечка. От того, говорю, и сайт что делают? И выключили. Запомните. Если никогда ничего в проекте, который создает компания, название проекта должно быть одно, название компании, создавшей проект, должно быть другое. Никогда, если вносятся какие-то новшества, сайт не имеет права останавливать. Слышите? Это очень важный момент. Деньги, которые вы заработали, если вы услышите, что выводится только, не вводится, а выводится только на одну платежную систему, это хайп. Бегите оттуда. Говорю как практик, который в жизни никогда не терял ни на земле по бизнесу, ни тем более в интернет-проекте деньги. Никогда. Вопрос-ответ правильно нужно задавать. Так деньги должны вы выводить на любую платежную систему, ту, которую конкретно удобна для вас. И должна быть стопроцентная прозрачность в системе. Давайте я 2 минуты покажу и быстро покажу вам деньги, и покажу этот расчет, и скажу по поводу промоушена. Что здесь еще есть? Здесь система, ух, супер. Теперь смотрите, мониторим. Ребята, я вижу всех людей от меня и до миллионного, то есть до бесконечности. Всех людей вижу, кто кого. Вот у меня-то несколько кабинетов, но пока и 31 личник. Один из кабинетов показываю, вот, допустим, 6 числа зарегистрировался человек, вот она команда, да, Гунько Людмила, ага, это значит ее Луиза зарегистрировалась, и по отношению к этому человеку, да, я могу узнать, а могу не знать кого-то, ребята, да не надо всех знать, он открыл и посмотрел. То есть по отношению к этому человеку вошедшему я нахожусь на 6 уровне в глубину, там любого можно, да, взять, там 4-го, ага, Раиса Васильева, да, вот, Литва. То есть, ага, по отношению к этому человеку я нахожусь на 4-м, 5-м уровне. Вот оно видно. То есть со всеми контактами все видно до бесконечности. Далее, видно полностью, в какой позиции стоит человек и чем ему можно помочь. В системе застрять никогда нельзя. Дальше, видно, вот здесь на лупу нажимаете, да что ж такое. Вот оно, видно, да, это мой личник, какая структура и сколько рефералов у этого человека. Сколько рефералов, то есть это приглашенных людей. Пожалуйста, тут все видно. Видите? Вот. Да, я такую тайну приоткрою. Вы знаете, люди, которые были, ну, считают себя, да вот не, ну, плачущими, да, ноющими. Они не знают, что все ли очень легко по жизни делается, и тем более зарабатывается, ребята. Самое главное, что я для этого нужен сделать, и чтобы получить за 15 дней 100 тысяч рублей. Пока. Потому что вера должна быть не в меня, то, что я говорю, а вера появляется в самом человеке. Это очень важно. Давайте покажу кошелек вам. Итак, как можно здесь очень, знаете, здесь кайфовую вещь сделали такую. Это мультиаккаунтность. Вот, ребят, смотрите.
Вы видите, я через один кабинет вижу все свои кабинеты. Я вообще могу с кабинета не выходить и управлять всеми кабинетами через один кабинет. Вот в накопительной программе у меня места. Еще раз говорю, вот я показываю, хотя я рекомендую не больше двух мест. Ну, не бывает так с одним, с двумя лично приглашенными взять себе 22 места, да? Не бывает. Каждый раз я также продолжаю работать, если у меня большее количество моих лично приглашенных людей. Кстати, я не приглашаю людей в бизнес. Я просто нахожу тех людей, кому нужен ежедневный вид дохода, и кто хочет получить стабильно по 1 400 000, по 1 900 000 рублей, да, миллионы. Допустим, один раз 48 дней, один раз 90 дней. Нет такого человека, который бы мне еще сказали, не хочу, отказываюсь через 3 месяца там 2 миллиона рублей получить. Ну нет, еще не попадался, может попадется. Поэтому не надо много брать, много личников. Если много личников, у вас тоже 23 человека, тогда возьмете столько, сколько у меня мест. Вот. Вот они ежедневные места. То есть можно через один кабинет управлять всеми кабинетами. Всеми. Так, ну-ка, закрывайся, так? Вообще закрылась. Так, сейчас я вам покажу мой кошелек. Следующий момент – вывод средств. Смотрите, ребята, так как нет автоматики, вот когда вы входите в проект, идет 100% распределение денежных средств между людьми. 100% компания ни копейки себе не имеет. Автоматизации нет, она имеет только лишь официально за выведенные деньги 5%. Вы же знаете, сейчас крыша поехала на биткоинах у многих. Не, ну это, наверное, правильно, ребят, правильно. Ну их-то мало, но большая часть, это, конечно, по интернету, это развод 100%. Люди не понимают, когда развод, а когда не развод. Всем говорю, обращайтесь, кто понимает в этом. Ладно, ваше право. На биткоин можете деньги официально вывести. Вот у нас партнеры на 100-200 тысяч взаимозачетов, ребята, мы обналичиваем. Но когда сумма уже получает 500, 700, 800, а бывает такое в месяц 1 000 000, 1 280 000, ну я говорю про себя, да? Кстати говоря, здесь никогда вышестоящий спонсор не будет получать деньги, если все не будут получать деньги. Здесь такого нет. Один получает, а все сидят и смотрят ему в рот. Здесь этого не существует. И тоже покажу и докажу, ребята. Итак, деньги официально можете вывести на биткоин, на Киви кошелек, на Яндекс, на Перфект евро-доллар, на карту Advant Cash, Альфа-банк, Сбербанк, Тинькофф банк. Если у вас пятая точка и вы попали в связи с тем, что у вас есть кредиты, милые, деньги можете выводить на любого доверительного вам человека, на любого, кроме соседа, у кого на груди зеленая лягушка, чтоб не задушила, говорят. Понимаете, о чем я? Поэтому, ребят, ну извините, деньги выводятся от 1,5 до 5 часов, в зависимости от суммы. Он у нас с командой Елена Лешко, да, за 21 день 880 тысяч, кто-то 560 тысяч, кто-то 350 тысяч, не прошло и месяца. Как вы думаете, как эти деньги вывести надо, когда срочно нужны они, да? Ну, в принципе, надо что-то, то шубку, то еще что-то. Вот. Дальше. Ну, пополнение счета. Смотрите, для новых партнеров. Сегодня очень много новых партнеров, поэтому вот такая просьба. Каждый раз, когда вот деньги самостоятельно можно пополнить через Perfect, через Advant Cash и через некоторые электронные платежные системы. Самое главное – вывод. Вот пополнение не имели права ставить такие же счета, как и на этом, на выводе. Почему? Потому что другая законодательная база. То есть там, где находится компания. Поэтому, если вам удобно вот через эти платежные системы и пополнить счет, мы вам дадим эти реквизиты, не переживайте. Вот как удобно для вас. Все к вашим мозгам, к телам, к рукам, так, как удобно для вас. Все реквизиты мы вам дадим, не переживайте. И, пожалуйста, история операции. Каждый раз показываю пример, да? Вот, например, смотрите сейчас, где вот он у меня. Так, куда она там? Столько всего, что все кругом убегает. Я показывала, вот выводится. Да где ж ты есть? Так, так, так. Порой бывает очень много денег в день. Так, что-то еще немножечко регулируется. На Advant Cash я показывала, как я переводила систему. Так, история операции уже давно на ту страницу ушло. То есть я вот на днях показывала, что-то немножечко у меня как это подвисло. Так, неважно.
То есть на перфект деньги сразу переводятся, понимаете? Ждать надо полтора часа. Ой, на перфект и на Advanced Cash деньги с вашего кабинета переводятся за 1,5-3 часа максимум, чтобы вы знали. Есть у нас еще такие программу, только мне сегодня тоже партнер дал эту программу, я своим партнерам дала. Как можно ваши деньги переводить через платежную систему, как же она, через обменник. Там вообще, ребята, мгновенно переводится за 60 секунд. Мгновенно я тоже дам эту информацию, чтобы вы не ждали 1,5-3 часа, мгновенно, чтобы с вас не брали определенные проценты. Проценты, если вы деньги будете, ну, кто-то через Advanced Cash там, как угодно, все покажем, все дадим, лишь бы было вам удобно. Так, теперь возвращаемся быстро к деньгам. Вы поняли, да, что деньги отдельно, а дальше программа. То есть бонусная в накопительной программе здесь отдельно, автоматизации нет, все управляется вручную, зарабатывать можете столько, сколько вы хотите. Как можно войти теперь к деньгам в этот проект? Можно одновременно войти сразу на три вида дохода. Ежедневный вид дохода, накопительную программу и в третий вид дохода, если у вас есть возможность. Можно вот на любую, это три разных регистрации, можно абсолютно на любую программу войти, но вы все равно будете одновременно и в трех программах, ребята. Система трансформер, потому что она вся переплетена и никогда застрять система не может. Если 10, 20, 100 человек не работает, все равно система будет работать. Ребята, представляете, уникально сделано. Итак, давайте я вам быстро покажу, как можно отдельно каждый вид дохода. Вот, расшифровочка, обратите внимание, вот так. Первый вид дохода – это программа Free Life. В переводе называется «Свободная жизнь». Проект LX Life Company – «Лучшая жизнь». А вот именно этот вид дохода – «Свободная жизнь». И место стоит 1000 рублей. Здесь глубокая реферальная система до 27 уровня. Такого еще не было. Ребята писали программу, чуть только первый вид дохода компании, чуть больше 9,5 месяцев. Вот она такую сделала расшифровку. Мне всегда было интересно зарабатывать большие деньги, желательно побольше, желательно, чтобы заработать себе. Первый вид дохода рассчитан так, здесь должны зарабатывать все. От тебя и ниже все для того, чтобы ты зарабатывал деньги. Вы представляете? То есть здесь единая стратегия, единая система. Что здесь такое? Здесь всего лишь один семиместный цикл. Больше не существует здесь. Задача, обратите внимание, задача каждого человека взять 4 себе кабинета, то есть 4000 рублей. Каждый кабинет стоит 1000 рублей. Один раз в жизни все, что вы вложите в этот проект, 4000 рублей. И задача каждого человека пройти один семиместный цикл. Для того, чтобы его пройти, формула, вот теперь обратите внимание, зная эту формулу, ребята, вы уже миллионеры. Все гениальное просто, не ищите в простоте сложностей. Задача каждого человека, один раз в жизни вложить 4000 рублей, сколько вход, вопрос. Что я для этого должен сделать, чтобы получать ежедневные деньги? Ответ. Для того, чтобы с 4000, ты должен пройти один семиместный цикл. Чтобы его пройти, нужно 6 человек, командных людей. Это не личников, а если личников, еще лучше. Среди них, я типовой пример привожу, среди них 2 личника и у людей ваших по 2. Когда вы прошли один семиместный цикл, с 4000 вы получаете единоразово, все ребята получают 8310 рублей. То есть с 1000 с одного места вы получаете 2, соответственно, с 4000 вы получаете 8. Все, вы свои условия сделали, никуда не переваливаться, не перекатываться, не переходить, ничего не надо, вы свои условия сделали. С 4000 вложили, 8310 получили. 310 за собственные места, это реферальные считаются. Все, у вас в системе никого больше нет, но за каждым из вас навсегда остаются 4 места, на которые вы начинаете получать ежедневный вид дохода за каждого партнера, ребята, до 27 уровня в глубину за каждого. Кто пройдет эту маленькую сиротский цикл, сиротинушку, одну
Я всегда всем говорю, ребят, в туалет захотите, штанишки снимешь, хоть какое-то движение. Никогда нельзя человеку, который не имеет деньги каждый день, показывать миллионы. Называется с научной точки зрения паралич мозга. Какие миллионы? Пусть человек насытится. Пусть человек начинает получать 1000, 2, 5, 10 тысяч в день, каждый день. Самая большая сумма, получена мною в день, 180 тысяч, средняя сумма 50, так, после 180. Это не одноразово, ребят. Это я просто говорю, это каждый день доход идет. Дальше по 53 тысячи в течение месяца. Я думала, оно не закончится. Думаю, ну классно, можно было и поработать. 25 тысяч в день. Но большая часть идет от 5 до 15 тысяч в день. Я не знаю, кто что проходит, выходит. Система таким образом просчет сделан. И таким образом система сделана, что без меня меня женили. Хочешь, не хочешь, все равно говорит, будешь получать деньги. Поэтому здесь в системе, когда ты прошел один раз цикл, получил единоразовые деньги, вас никого нет, но за счет того, что места между собой все привязаны. Кстати говоря, Надежда, ты меня спрашивала вчера, Лена, а что такое привязанные места? Показываю. Перед вами три колонки. Смотрите, вот единичка – это ваши личники, двоечка – это люди людей. Вы берете только первое свое место, привязываете к человеку, который вас пригласил, называется вышестоящий. Да, хотя я это слово не люблю. Здесь нет ни первых, здесь нет ни последних. Поверьте, как практику. Только под его последнее место. Свое первое место под последнее место, кто мне пригласил. А все взяли по 4 места. Все, ребята, дальше. Второй свой кабинет. Это каждый раз, каждый кабинет – это отдельная регистрация. Второй свой кабинет я зарегистрировала под первый. Третий кабинет я зарегистрировала под второй. Четвертый кабинет я зарегистрировала под третий. То есть спонсор для моего четвертого кабинета является мое третье. Все. Дальше. Вторая колонка. Я показала количество людей. Обратите внимание. Знаете, в маркетинге он и в Африке. Маркетинг, все говорят, что кот дает. Будьте белыми воронами. Почему? Потому что, ребята, никто не показывал с 2011 года вот такие расчеты. Никто. Пофигу маркетинг. Сколько вход, что я должен сделать, чтобы получать вот такую-то сумму. Правильно? Правильно. Вот такой разжеванной нигде больше нет. Вторая колонка здесь показана вам, что количество людей. Типовой пример. Если у тебя только 4 места и 2 личника. Берете ваших 2 личника. И их первыми местами, только первыми местами, ребята, все покажу в личке. Привязываете под свое последнее место, их первыми кабинетами. Назовем их Оля и Коля, да? А дальше ребята сами под себя регистрируются. Вот что такое. Одно под другое место. То есть получается, при 2 личниках у тебя 8 уровней в глубине. Представляете? Вот оно почему. И у каждого стратегия-то одна. Итак, вот она третья колоночка, так как 2 личника моих взяли так же, как и я, по 4 места. Таблица умножения. Первый класс или второй класс, не помню. 2 умножить на 4, сколько будет? 8, правильно? То есть, если я прошла один 7-местный цикл, моя задача, ребята, что сделать? Моих 2, Олю и Колю, помочь. Помочь, чтобы они тоже прошли этот один 7-местный цикл. За то, что они прошли, они радуются, так перекрестились. Говорят, слава Богу, а? С 4000 ни копейки не потерял, да? Еще приобрел 8310. То есть, 310 – это та, реферальный за свои же места. То есть за то, что они прошли один 7-местный цикл, вы не смотрите, что копеечки, я вам сумму озвучила. Еще раз повторюсь, любую цифру, которую я озвучиваю, я не буду показывать. История чата видна изначально у всех. Кто становится партнером, если это будет интересно, любопытно, сколько получают люди тысяч, там по 500, по 600, по 700 тысяч в месяц, можете посмотреть. Получают практически все. 8 умножить на 50, вы получили за своих 2 личников, которые тоже обрадовались, что не потеряли ни копейки, 400 рублей. Очень выгодно. Если у меня, допустим, большее количество, чем 2 личника, куда мне их ставить? Меня в системе нет. Естественно, я регистрирую под себя, что я вышестоящий, но в помощь ставлю под любого своего партнера. Мне очень выгодно от личников. То есть стратегия у всех одна. И до 27 уровня вытащить людей на огромные деньги. Со 2 уровня, что вот они, 4 человек умножить на 4 места, 16 мест. Дальше, 3 уровень, 8 физических человек взяли по 4 места, 32. 32 умножить на 60, вот так как сделать. Смотрите, как удобно.
400 плюс 800 плюс 1920, 3840 и так далее. На 12 уровне сумма составляет 3 241 520 рублей. В этом только виде дохода я получила около 6 миллионов рублей. Вот эту сумму денег можно получить за 72 дня. Вау, скажите, как? Ну, учу. Только с ежедневного вида дохода. Я был период, 6:30 утра встала и 3:30, даже 3:45 ложилась. Ну, 180 человек в день входило. Ну, конечно, Елена, вам хорошо, у вас такая команда, нифига подобного. Ребята, здесь нет ни первых, здесь нет ни последних. Я могу показать расчет, где можно заработать 34 миллиона только с 9 уровня. Для этого надо только лишь одно место взять, 1000 рублей, и проконтролировать до 3 уровня вашу команду, каждый взять на себя ответственность, но пригласить все по 4 человека по 1000 рублей. 33 миллиона 842 тысячи получите с 9 уровня. Но это люди у нас, извините за выражение, разгильдяи. Разгильдяи. Поэтому я показываю типовой пример и говорю, ребят, пока хватит, да, с 12 уровня 3 241 тысячу. 15 уровень получается чуть больше 31 миллиона. Я эту систему проживала 3 суток, искала камни, искала подвох и думаю, да что ж такое. В общем, вы по этому проекту нет ни одного вопроса, на который бы я не дала ответ. Не существует. Просто-напросто. А вторая колоночка, обратите внимание. Хотите деньги? Милости просим. Научу, покажу. Помогу. Знаете, говорю, к сожалению, человек в нашей жизни начинает хотеть только лишь тогда, когда у него в кармане появляются деньги. А я говорю наоборот. Захоти что-нибудь для себя и никогда не жди, откуда она придет. Вот это правильно. Вторая колонка здесь показана, если бы у вас было только по 1000 рублей, да? И вы пригласили всего лишь тех же Олю Кулину, у которой было только по 1000 рублей. Вот треугольничек прошли, 2 умножить на 50, 100 рублей. Это долго. 4 человека умножить на 50, вам 200 рублей. Ну, все суммируется. Но, ребята, на 27 уровне сумма составляет чуть больше 8,5 миллиарда рублей. Вау, мне скажете. Не верю. Да и не надо верить, это приучаю. Не то, чтобы вы мне верили. 2 умножить на 4 – 8, 2 на 2 – 4. Попробуй мне не поверить, поспорить с математикой. Я не ошибаюсь. Но это долгий процесс, поэтому решила сократить. Искали мы все такой метод для того, чтобы люди, беспроигрышная система была, я вам покажу. Вот такая, смотрите, вот он треугольничек, несчастный, бедненький. Вот я взяла себе 4 места, поставила 100%, здесь кто-то какое-то место получил, 100%. Это один делящийся, потому что он один одинешенек. Это делящийся один. Почему делящийся? Потому что человек, который новичок, не получает больших денег, он должен видеть объемно. Здание строится из кирпичиков. Показываю кирпичики, с чего начинаются огромные миллионы. Просто миллионы с 50 рублей называется. Вот я поставила, система поделилась. 2 моих места здесь, 2 моих места здесь. Что я сделала? Я нашла Олю и Колю, и приглашения мои так звучат. Так, девчата, ребята, деньги ежедневные нужны от 1000, от 2, от 3 в месяц. Ой, 1000 рублей в день, это 30, 60, 90 тысяч по бедности пока в месяц. Надо или нет? Если не надо, чего сидишь, правда, что? Кто откажется? Да никто не откажется. Как я только двоих, все мое приглашение. Нет ораторских способностей, пойди послушай, деньги нужны, час времени уделишь, тебе покажут, научат, по крайней мере, не будешь как слепая ворона ходить. Очнешься после мотивации ему, скажешь, господи, какого с меня тут хотят, что я должен сделать, хрен его маму знает, сказали полтинник внести, внес полтинник или там 30 рублей, или неважно, 50 долларов. Да хрен с ним, потерял, говорит, не жил богатый, нечего начинать. Ребят, если пришли, давайте покажем, давайте заработаем. Давайте заработаем сумму денег и будем впереди 9, чуть больше 9 лет у нас. Вот оно. Как только я встала, 2 человека пригласила, вот они, мои 4 места стали наверху. Оля, Машу, Сашу и Коля, Диму, Вику. Все, ребята. Вот они, 4 места, всего лишь 4 тысячи вложено. А так, получай, 1, 2, 3, 4. 4 места мы их получили, 8 тысяч. 310 рублей рефералка. Потом все покажем. Все дадим. Пожалуйста, нет проблем. Я все пока сбрасываю в личку. Вот.
Просто есть попадаются разгильдяи вышестоящие, почему-то не дают своим людям. Хотя здесь очень выгодно. Это единственный проект, ребята, что переживаешь, когда ты получаешь миллион, думаешь, слава богу, человек получил миллион. Ой, какая красота, потому что тебе 100% капнет денег. Обгонов, переливов, ничего здесь нет. Вы поймите, родные, все управляется вручную. Даже если внутри ваш человек гиперактивный, вас обойдет больше, быстрее закроет систему, все равно не обгонит. Угу. Теперь представьте, огромная масса людей, все идут накопительную. Какую сумму денег в день, не давая человеку, все потратят? Все потратят. Потому что есть у всех бреши, у всех есть дыры, у кого-то надо часочки, трусочки. Сейчас Новый год, скоро уже Новый год, ребята. Как минимум, считайте так, 3 тысячи в день, 14 дней, да? Вот, 90 тысяч возьмите. Все должны на Новый год отложить где-то минимально 120-150 тысяч рублей. Наряды надо купить, мальчик, девочек в ресторан надо сводить. Я вам показываю 100 тысяч за 15 дней сейчас покажу. Отложите на Новый год. Нет, пока вы себе сапоги купите многие с туфельками. И вся вот эта команда, вся идет в накопительный цикл. Вся. Накопительный цикл – это уже не делящаяся система, показываю с одного места. Переживать не надо. А чем глубже эта рефералка, тем больше количество людей, ребята. Только они все идут сюда, все буквально до одного. Потому что у тебя, ты заработал 8 310 рублей. 8 310 забери себе, а два места возьми в накопительной программе. То есть тебе проект вышел по нулю. Притом у тебя 4 места в ежедневной и 2 места в накопительной. Ты получаешь каждый день деньги. С первого вида только дохода. Вот смотрите, накопительная программа, да? Вы себя все видите сверху, вот я. Можно, кстати говоря, если есть 8 тысяч рублей, сокращаем скорость по времени. Сейчас покажу, как заработать здесь деньги очень быстро. Там вы в любом случае за 15 дней 7-8 тысяч, я говорю, самое минимальное заработаете. Запомните. Вот она я, вот они мои два личника, А и Б. То ли они отдельно вошли, то ли они вошли через ежедневный вид дохода. Вот она, у А помогают, да, два человека сюда, у Б два человека. Вот она стала 6 человек командных людей. Вы с двух получили 6 тысяч рублей. По условию проекта первое место всегда идет до конца. Второе, там третье, последующие места. Можете на любом этапе снимать любую сумму денег, хоть все забирать. Ну, смешно, но ты ж не заберешь же со второго места 6 тысяч. За эти деньги, я не знаю, на рынок один раз ходи. Дальше 5 тысяч ты на кнопочку нажал, поставил сюда во второй цикл. 1000 себе забрал. Прошел, все люди идут перениться. Не забывайте, что, допустим, мне, наверное, достается, да, людей. Да у многих людей, у меня есть партнеры в 4-5 уровне, которые жизни не могли пригласить, у них личников 42 человека. То есть все, как якобы называют, инфантильные, у них у всех в очередь стоят люди. Никто не ходит здесь с подаянием и говорит, а где люди? Люди исчезли, пропали, бедные. Нету этого, нету. Потому что нет ненормальных людей, которые скажут, не хочу 2 миллиона за короткий период, не хочу ежедневные деньги. Нету этого. Заработаете в накопительной программе, а в накопительной программе, когда вы переходите из цикла в цикл, есть промежуточные деньги, которые вы берете себе в карман. Так вот, смотрите, когда второй цикл проходите, место стоит 5 тысяч, да? Вот с одной суммы вы ее движете. Вы получили 17 тысяч, 2 тысячи опять в карманчик, вроде копеечка. Не забывайте первый вид дохода, да? А 15 тысяч кнопочку нажали, перевели в третий. С третьего, с 15 тысяч вы получили 53. 13 забираете в карман, а 40 вот сюда в трехместку. А и Б сидели на трубе, упали к вам. Вы получили 80 тысяч, 30-ку себе забрали. Теперь смотрите, ребята, как я и 5 личников изначально за 12 дней прошла. Вы спросите, каким образом? Первый, второй, третий, трехместку пройти, с двух мест у вас с накопительной системой остается 92 тысячи. И 7-8 тысяч ежедневно, 100 тысяч. Я обоснованно сказала, я ж ничего не наврала. Привыкайте, если сказал, повелся, будь любезен обосновать. Почему вдруг я взяла? Задумайтесь. Почему вдруг я взяла 15 дней? Откуда? Сейчас скажу. Когда вы проходите из цикла в цикл, вот здесь, остаются промежуточные деньги. Да? Почему 92 тысячи? 1000 и 2, 3 и 13, 16 и плюс 30, 46. Мы же двумя местами идем. 46 и 96 и 92 тысячи. Первая обосновка.
Дальше. В одном цикле приучайтесь. Принимаю 3 человека участие. Изначально я и 2 моих лично приглашенных. Вот я своим говорю: так, девочки, милые мальчики, пришли поиграться или деньги заработать? Деньги, Лена. Потому что надо заработать промежуточные деньги и вложить туда, куда вы посчитаете нужным. И не важно, в каком проекте вы находитесь, вы поймите. Здесь не телепортируют, не импонтируют, ничего не делают, не трансформируют, не депортируют. Здесь ничего не делают. Это нормальные, адекватные люди всей системы. Вкладывайте, не жалко терять, теряйте, ваше право. Нравится — пожалуйста. Я просто иногда иметь, почему? Потому что понимаю, что многих вещей не существует, что бедные люди идут на мотивацию, на эмоции, а потом просыпается, говорит: Япона, мама, опять деньги потерял, говорит, зарабатывал, пахал, пахал, и опять их нет. Ну, у каждого свое право. Я, мое задание — показать, да, дело, чтобы вы куда-нибудь вложили. Это ваше право. Вот, потому что я договорюсь, не больше 4-6 дней максимум мы с вами на троих будем стоять с... 4, допустим, 1, 2, 3 на 4 дня, это получается 12 дней. И 3 дня здесь за 15 дней. С учетом только то, что у вас всего лишь 2 места, расчет только поэтому. Если у вас будет 4 места при 2 личниках, скорость получения денег, она увеличивается. Вы знаете, я смогла определить скорость по времени. Это определяется количеством личников и количеством ваших мест. Вы знаете об этом? Я потом научу, как это можно сделать. Поэтому не больше 2 личников и не больше 2 мест. Вот он. 92 тысячи. И там 8 тысяч. 100 тысяч за 15 дней. Ну, подумаешь, за 18 чуть-чуть. Кстати говоря, кто это сделает за 15 дней, да, допустим. Ну, вот был промоушен, запустила для своей команды. С 25-го, я продлю промоушен на 5 дней. С 25 сентября по 15 октября. Вот кто продлит, вот такие вот позолоченные трубочки в подарок, пожизненные. Называется преобразователь структуры жидкости, как трубочка фараона. Она и для душа, и для питья, и для всего жидкого. Если коньяк прогоните, на 7-10 лет мгновенно стареет, проверено. Аналогов разработки нет. 5 полиградиентных магнитных систем, между ними магнитные системы, ребята, из 12 сделано этих самых... Магнит сделан из 12 редкоземельных металлов. Некоторые металлы дороже изумрудов, бриллиантов стоят. Сделана индукционная специальная система, сделана вот, при Российской Академии Наук. Вот это в подарок вам будет. Хотите вот так? Мгновенно. Если вы набираете ванну, работает 20 лет, если в душевую вот этот вот конус откручиваете, в душевую краник вставляете, вода проходит 980 литров в час. Вон, Олечка, Ольга Мордоровская, была недавно, да, у меня в этом, в Ростове, в гостях с Натальей Пименовой. Пили структурированный коньяк. Ребята, все что угодно смешать, я, конечно, к этому не призываю, шучу. Вот. Если, пропуская водичку в ванной, пропускается 980 литров в час, вы купаетесь в структурированной, насыщенной кислородом воде. Все даю. Хотите такое? Вот она как... Сейчас я покажу, как коробочка выглядит. Видите, все под деревом, все эксклюзивная работа. А хотите вот такой формы? То есть какую выберет человек, который выиграет промоушен? Чуть ли не сказала, проиграет, да? Это еще не все. Кто выигрывает, еще даются, помимо 92 тысяч рублей, вам еще даются в подарок, ребята, еще от наших же партнеров. Есть у меня специальный чат, который приняли участие. Это сколько бы ни были. Каждый сбрасывается по 300 рублей. Вам еще и подарочные деньги дают. Представляете? 92. Позолоченная трубка фараона. Позолоченная в прямом смысле. Вот это вы все будете. Любую трубочку, какую вы хотите, вы для себя выберете. Это для своей команды. Почему бы и нет? Правильно? Можно себе позволить, ребята. Так. Где мы тут остановились на деньгах? Вот теперь представьте, вот это был и есть промоушен. Промоушен постоянно будем увеличивать. Дальше промоушен хочу запустить, это я сейчас продумываю. Хочу подарить людям фильтр. Последняя разработка наших ученых, струнно-мембранных бессменных картриджей. Будете структурированной водой купаться, полы мыть и полоскаться полностью.
сделаем, заведем людей, да, и еще такой промоушен будет непосредственно, чтобы еще будете обязательно получать большие деньги. Это не мотивация сейчас, ребят, ни в коем случае. И не эмоции. Я вам показала обоснованно. Вот они, расчеты. Дальше, проходите четвертый цикл, с 50 получаете 180, 30 себе в карман, 150 в пятый. Со 150 проходите, получаете 560, 210 тысяч себе забираете, 350 в трехместку. Кстати говоря, очень много партнеров, которые у нас по 210 рублей уже взяли. Тысяч рублей, простите. С трехместки вышли 200 тысяч, в общем так, за 48 дней. За 15 можно это. Пока человек проходит из цикла в цикл, не забывайте, что у меня, допустим, большая часть людей уже в четвертом, в пятом стоят, да, команда. Вот. Когда у меня заходят новые люди, куда их ставить? Накопитель. Естественно, в помощь помогаешь, под людей ставить, регистрирую под себя. Что делается? Идет, знаете, вот как вот в этом, есть такой, хотела не теннис, а этот, бильярд. Берешь вот так по шарик, бум, и все количество людей... Тун-дун-дун-дун-дун-дун, бух, и на деньги, быстренько получили. Вот, теперь смотрите, что получается сейчас. Дальше, вот пока вы этим местом дошли, вот этих промежуточных денег, вы забираете себе 486 рублей, тысяч рублей. Дальше, не могу говорить. Дальше, денег, ага, и звонки одновременно. Есть вот здесь реферальные деньги от 70 до 8 тысяч за человека. Вы забираете себе вот здесь вот денежки, ребята, вот они 72-140, это с одного места. И 1 900 000 получили только с первого места, 500 тысяч сюда ставите вручную, а 1 400 000 чисто на руки. То есть за 48 дней можете получить сумму в накопительной программе 1 974 140 рублей. Если хотите, доведете до конца второе место, получаете более 4 миллионов рублей. Почему за 48 дней, опять говорю, если вы будете стоять не более, я, допустим, 6 дней, 1, 2, 3, 4, 4 на 6, 24 дней, 24 дня, 48 дней. Ребят, не забывайте, система очень легкая. Не ищите в простоте сложностей. Если вы будете стоять не более 10 дней, 10 на 4, 40 и 40, 80 дней, я сказала 90 дней. Вот эту сумму стабильно, один раз в 3 месяца, один раз полтора, один раз 48 дней, можете получать по 1 400 000. Я вам сказала, какую сумму я только получила с первого вида дохода. Не буду сейчас разыгрывать. Можно, кстати, в накопительной программе, это когда уже пойдет у вас вера в самих себя, можем поиграться по-другому. Можно на любом этапе войти. У меня люди входили и на 40 тысяч, и на 50 тысяч сюда. Вот чтобы войти на 40 тысяч, нужно 14 человек командных людей. За 2 дня у вас у всех будет в кармане 110 тысяч рублей. Хотите, давайте, научу. Боитесь, пока не лезьте, значит. Страх – это блокиратор очень много. У меня страха не было. Вот здесь вот я решила попробовать, да? Вот, вы будете здесь сразу местом. На 40 вошли 14 человек командных людей. С этой суммы у тебя будет 2 места. 2 места. И 110 тысяч в кармане. Когда мы это сделали, у меня получается... Я вам сейчас покажу собственный пример. Это было у меня пробно. Так, 49, да? Вот оно. Это было 240 тысяч за 6 дней приобретенное. Вот, сейчас я его поставила, поставила место как НЗ. Давайте покажу, моя команда, вот она, видите, в четвертый цикл, вот она, да? Я его регистрировала конкретно для того, чтобы войти с трехместки. Давайте покажу мой кошелек, чтобы вы это видели. За период, вот место это стоит 201 день. Но это не заработано деньги. На этом месте заработано 320 тысяч. Давайте я покажу, за сколько дней оно заработано. Можно посмотреть в истории операции. Смотрите, я пробовала так, мы с девчатами. Так, девочки милые, и в помощь ставили, помогали косой в обратную. Есть такая методика, об этом даже не знают сетевики, которые имеют на голове золотые короны со стажем, якобы, извините за выражение, без штанов, 17-20 лет стажу. У нас нет сетевиков, но люди получают все деньги. 22 марта зарегистрировались, 40 тысяч внесли, 23 поставили. В этот же день я получила 40-80 тысяч. Прям показываю, вот, да, 40 тысяч 80, вот она тут же. Видите? Ничего не выдумываю, всю истину и правду говорю.
Вот она. Дальше. Эти деньги, 30 тысяч я обналичила, вот у меня был логин, куда я его перебрасываю, да, иногда так денежки. Думаю, ну пойдет, на хлеб, на молочко. Дальше, 24-го опять вступление, вот, перевела, обналичила 10 тысяч взаимозачетом. 24-го денежку поставила, на следующий день 80 тысяч. Видите, вот оно. Дальше, 30 тысяч опять обналичила той же девочке, денег у всех полно. Все, знаете, так наличка, как будто бы у всех эти, я не знаю, Дальше опять 10 тысяч я обналичила, 26-го поставила. Мне надоело играться, почему? Потому что я прекрасно понимаю, что если у меня есть такая возможность в людях, значит, я хочу помочь всем. Ребята, поймите, в этом проекте я никогда не буду получать деньги, если вся команда не будет получать деньги. Представляете? Поэтому себя в сторону всегда учу, как отставлять. Концентрируешься на своих людях туда, вглубь, вглубь, вглубь. И все так радуются, когда все получают деньги. Это я еще чуть-чуть получила. И вот 29-го я получила 80 тысяч. То есть с период, вот 30 опять обналичила. С период с 29-го, ну что это опять у меня? Ага, ну вот, смотрите, с периода с 29-го, да, по 23-й, это 6 дней, на моем счету было 240 тысяч. За 6 дней. Это только с одного места. Вот, потом вступила 18-го и туда-сюда, и в общей сложности за 2,5 недели, за 2,5, это в общей сложности. Я потом уже лениво и сказала, я уже лучше помогу людям. Появился личник раз, туда воткнула, появился личник раз, туда воткнула. То есть для того, чтобы помочь людям было. То есть за 2,5 недели 320 тысяч рублей. То есть можно на любом этапе. И буквально все, я уже заканчиваю, ребята. Третий вид дохода, вот который я вам разговаривала, по Альфе говорила, да, здесь платится 5% за каждую коробочку, не за людей. Но так как линейка до 8 уровня, да, здесь просто показала типовой пример, если у каждого пользовался по одной коробке, взял себе и двоим людям порекомендовал. На 8 уровне ваша сумма 175-950, если здесь по 2 коробки двоим людям порекомендовать, 351-900, да? Если здесь порекомендовать троим людям, поверьте, вот эта сумма может быть уже, она и будет на 4-м, на 3-м уровне, более 3 миллионов. То есть здесь будут все брать. Здесь будут все брать. Президенты онкологи, онколог у нас Чингис, вот, в Москве, Шаповаленко Станислав Александрович, вот, они работают в РАН, Российской Академии Наук, вот, можно посмотреть, я, кстати говоря, в чаты, кто является партнером, все это посбросила информацию, мы сбрасываем. Можно все это будет просмотреть. Здесь есть оптовики, помимо 5% структурные, вы имеете 5%, что оптовик, и еще до 5 уровня вы имеете 1%, где компания платит деньги. Вот. Итак, милые, я хочу подвести итог вот этого проекта, и цель моя была ни в коем случае кого-то перетаскивать, затаскивать, ни в коем случае, заработайте деньги. Итак, чем уникален проект? Автоматизации нет, все управляется вручную. Деньги выводятся на любую платежную систему, на ту, которую вам удобно, вам конкретно, ну любую, за короткий период, от 1,5 до 5 часов, большие суммы, 500-700 тысяч, те, которые выводят наши партнеры, я практик. Следующий момент. Здесь можно высчитать любую сумму, ту, которую вам необходимо. Проект очень долгосрочный, не накроется медным тазом завтра. Почему? Потому что эксклюзивный есть продукт, где непосредственно вот эти вот юристы компании, не проекта, а компании, что создали проект, подписали договор непосредственно уже с разработчиками определенной продукции. Рынок товара будет расширяться. Эксклюзивные продукты, где вы никогда не купите, нигде будут здесь находиться. То есть без меня меня женили. Дальше. Проект очень долгосрочный, поэтому гарантия и стабильность для нашего тела вам гарантирована. Пока, ребята, все по Богам ходим, чуть больше 9 лет. Я очень благодарна, что вы сегодня